Сейчас много обсуждают законопроект об упрощении получения российского гражданства бывшими советскими гражданами. И пугают людей о том, что у нас будет какой-то наплыв людей из южных республик и так далее. Все это чисто националистическая риторика. Лично я поддерживаю всеми силами упрощенное гражданство. Считаю, что чем больше будет население России, тем лучше для России и в экономическом, и в политическом смысле. У нас на Дальнем Востоке там 7 миллионов населения находится против 200 миллионов, которые находятся с другой стороны Амура. Нам нужно всеми силами думать, как увеличивать рождаемость, как, значит, привлекать к себе людей. И поэтому я бы еще больше это все упрощал и еще больше бы людей сюда, ну, в Россию завозил из разных стран.